Добрый день, друзья! Приветствую всех в игре Modrunner, с вами Егор. И мы начинаем прохождение модовой карты под названием At Dawn, на рассвете. От автора Evil Intent Yurik. Итак, описание карты. Для данной карты обязательно наличие DLC Долина. На карте используется автомобиль с DLC MAZ-6317. На карте присутствуют дополнительные объекты. На данной карте придется применить свои навыки вождения. Может, придется пользоваться лебедкой, так как есть очень крутые подъемы и крутые обрывистые дороги с небольшими наклонами. Удачи всем добраться до лесопилок, друзья. На карте один гараж закрыт, заправка одна, лесоповал, 7 лесопилок, 11 точек разведки, 4 авто на старте, заменяемые, 8 авто на карте. Карта, конечно, нелегкая, ребята. Ну, как сказать. Я пока добрался. Я разведку уже провел. Сейчас посмотрим на эту карту. Я пока добрался до места погрузки. Вот, допустим, отсюда. Одной машиной я ехал, наверное, минут 20. Тут реально грязь такая, что мама не горюй. Но у меня здесь и МАЗы, и КАМАЗы. И КРАС будет. Ну, посмотрим. Я так уже разведку провел, как видите, все пооткрывал, гараж открыл. Ну, где-то есть асфальт, а где-то, ну, реально, если грязь, то там тяжеловато будет грязюки. Ну, давайте посмотрим, начнем прохождение. Мне хотя бы 3 лесопилки сегодня набить. Их тут 7. А может и 4 получится. Здесь вот вижу, вроде дорога нормальная пойдет. 2 лесопилки, асфальт. 3 даже. Ну, посмотрим, потому что тут еще останется 4 лесопилки, если я 3 сегодня набью. Там, ну, дальняк. Ну, посмотрим, как, насколько успеем, потому как тут реально грязюка еле проходимая. Всем приятного просмотра. Покатились. Так, а что я тут? Ну, я вот выбрал лесопилку первую, КАМАЗом. Потому что КАМАЗ жрет капец просто. Покатились потихоньку. Я уже так выставил машинки. Сегодня будут штатные машинки. МАЗ, КАМАЗ и Урал. Ну, если посмотрим, как будем успевать по времени. Если что, там возьмем еще одну. Я все машинки выставил, в принципе. 7. Все 7 машинок, 7 лесопилок. Ну, я же говорю, я пока доехал вот именно сюда. А сейчас это я пустым ехал, а сейчас груженным. Потихонечку. Ну вот, видите, уже грузно. Я даже модовой машиной еле-еле проезжал. А машинки у меня там загружены под завязку.
Карта немного подлагивает, ребят, потому как присутствуют сторонние объекты. О, все. Возьмем левее немного. Так, ну я заправляться не буду. Здесь, в принципе. Немного осталось.
Вот такая вот дорога тут в основном. Ну, кто любит такое. Такие карты именно. Грязевые ванны. Кто любит месить грязь, то это карта ваша. Ну, люди пишут, что здесь умеренно, как бы, грязь. Есть и дороги, и, ну, как бы, я бы не сказал, что здесь реально. Даже если здесь какой-то участок проехать, хотя бы до дороги, да, нормально, то минут 20 будешь переть. Ну ничего, пройдем. Давай, 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 чуть-чуть осталось. Ну вот, первая в основном, первая на первой передаче в основном. Первая, вторая. Так, ну КамАЗом добрались. Еле-еле. Есть. Одну загрузили, соответственно. Что у нас там? Урал 4320. МАЗ. Давайте МАЗа мы напоследок оставим. Кирпичики. Опять же, ребята, тем же путем. Ну, Уралом хотя бы мы. Ну, тут повороты, конечно. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, сейчас будем тащиться. Поехали. Урал такой порыдвее.
Секундочку, ребятки. Да я пропустил ночь. Блин, там пенек. Зацепился. Сейчас как-то тут надо пропетлять аккуратно.
Thank you.
буду, ребята, терять времени на эти, блядь, пробуксовки. Сейчас мазом сюда еще приедем. Может, мазом толкну его. Все равно здесь две лесопилки ехать. Или какой взять? Это ж маза тоже шаланда. Фак. Да, МАЗ тоже сейчас там будет висеть, блин. Какой у меня тут еще есть автомобиль. О, носорог. Вот этим вот можно, в принципе, толкнуть. Этот с прицепом. Видите, какое тут болото. Пока сюда заедешь, пока, блин, загрузишься, выедешь. Ну, не спеша, потихоньку. Ну, вот по таким возвышенностям, где я сейчас Уралом ехал, лучше вот с прицепом ехать вот таким. А точно не застрянешь. По крайней мере, лебедкой вытянешь. А шаландой, прицепом, самим прицепом, видите, застрею и все, ничего не поделать.
Блин, прет что дурное, чуть не свалил прицеп. Да, заправимся на всякий случай.
Вот и решил проблему. Что делать? Им носорогом, блин, толкнул. Так, куда нам направо, налево? Давайте, наверное, Уралом налево, а носорогом направо. А у него прицеп. Хотя, без разницы.
Ну что, наверное, на сегодня все, ребята. Можно было бы еще одну лесопилку закрыть, но не хочу сильно длинные ролики делать. Сами видели, какая дорога тут. Да что? Спасибо вам всем за просмотры, за лайки, за поддержку. Продолжим уже в следующем выпуске SnowRunner. Ой, MudRunner. Все, всем мира, добра, здоровья и до встречи.